Сегодня заехал на участок. Сегодня у нас уже... Какое же сегодня число? 17 августа. И заметил достаточно такое резкое изменение в сое. То, что оно начало желтеть уже, готовится к уборке, созревание. И самое интересное, что больше всего эта реакция, да, проявила себя на участке на интенсивном участке. То есть там, где было внесено 200 килограмм диамофоски с осени, и еще здесь я также накладывал 100 килограмм селитры аммиачной. Ну, получается, что еще плюс 34%. 34 килограмма действующего вещества азота. То есть вот такая. Возможно, что здесь фазы быстрее прошли. Возможно, может быть, есть какая-то еще причина, но пока посмотрим, как это все будет уже потом в виде. То есть урожая, как все скажется на урожае. Но в то же время вот такая вот тенденция сейчас есть. Вот так сейчас участок выглядит. То есть это по всем практически нормам высева. То есть здесь я не могу сказать, что какая-то норма высева остается там более зеленой. Нет, это проявление на всем участке. Соя желтеет такими вот пятнами, ну, как обычно. То есть неравномерно. А участок, где у нас средний фон, средний, он уже позеленее. Это визуально видно. Получается, что на протяжении всего этого участка, то есть здесь меньше этих желтых пятен, соя более такая зеленая. Конечно, с высоты птичьего полета это было бы, выглядело бы намного заметнее. Ну и естественно же, участок, где не было совсем удобрений, он еще зеленее. То есть вот такие вот моменты сейчас есть. Сейчас я... Это у нас средний фон. Средний фон здесь получается у нас 150 килограмм диамофоски. 10-26-26. Без азотного питания. Здесь только была инокуляция по всем фонам. То есть она позеленее. И участок без удобрений у нас получается самый зеленый. То есть вот такой вот нюанс сейчас у меня здесь есть. Участок без удобрений совсем. То есть он есть, он присутствует. Такой вот визуальный эффект, который... Посмотрим, что он принесет. Посмотрим, как бы... Потом попробуем предположить, почему так получилось. Но на данный момент это факт. Сейчас это вот участок с нормой высева 18 килограмм. С междурядьем 50 сантиметров. Ну, так выглядит вроде бы и неплохо. Так что такие вот нюансы существуют на данный момент. Как бы все должно быть наоборот, но то, что получилось, то получилось. Как я уже и говорю, что возможно, что этому способствовал фосфор, калий, который в тех участках его больше мы его внесли. То есть он простимулировал более быстрое созревание, быстрое продвижение фаз, развитие у сои. Теперь остается только узнать, какой же будет бункерный вес. То есть ждем момента уборки для уже полной картины. Так что вот так. Всего хорошего сегодня. 17 августа. Такой хороший день. Солнечный. Ветреный.